своим делам и решила заснять вам вот такой вот замечательный парк есть на Марсаду. Здесь находится детская площадка, лавочки, чтобы отдохнули родители, дети, прохожие. Дальше также загорожено для детей спортивный корт. Там можно играть и в баскетбол, и в футбол. Дети приходят здесь все время, играют и отдыхают. Местным и приезжим здесь очень нравится пройтись, прогуляться, отдохнуть и остудиться в тени деревьев. Также тут недалеко находится военный порт и морской порт. И в честь этого по парку установлены вот такие якоря. И маленькая беседка, как историческая беседка. Тут разные сюжеты из истории с описаниями и с историческими фактами. Вот, например, Бородинское сражение. Куликовская битва. Битва на Чудском озере. Победа в Великой Отечественной войне, взятие Берлина. Крымская война. Это на внешней стороне беседки, а внутри также там есть всякие изображения. Сейчас я зайду внутрь. Здесь изображены святые. Святой благоверный князь Александр Невский. Святой благоверный великий князь Дмитрий Донской. Святой архистратих Михаил. Святой праведный воин Фёдор Фёдорович Ушаков. Святой великомученик Георгий Победоносец. Вот такая замечательная беседка, а в центре беседки как мемориальная плита.
собор святого Александра Невского. Александра Невский собор – это исчезнувший храм Феодосии, один из самых величественных и красивых в Крыму, известный в XIX веке на месте нынешнего морского сада. Вот здесь, где вот эта плита и памятная беседка, находилась раньше вот этот храм, который разрушился, и на месте его основали вот этот вырос сад, парк. В 1877 году Турция объявила войну России. Многие храмы приморских городов, боясь разграбления, увозили свои святыни в Симферополь. Но феодосийцы обратились к архиепископу симферопольскому и таврическому Гурию с мольбами оставить икону знамения Божией Матери в соборе. Они верили, что заступница спасет и убережет их храм и город от врага. И действительно, ни один снаряд не попал в собор, хотя богослужения часто проводились во время обстрелов, а в храме находилось до 2000 молящихся. В это трудное время феодосийцы с особым усердием молились перед чудотворным образом знамени Божией Матери. Очевидец тех событий писал: «Икона эта, по-видимому, с каждым днем приобретает больше и больше почитания, не говоря о постоянных и частых молебнах, читаемых по пятницам акафистам, которые многими посещаются. Надобно видеть, как народ в числе тысяч и более душ устремляется к чтимой иконе и становится на колени, как только запоют. По твою милость прибегаем. И что делается здесь после каждой божественной службы?» Во время Первой мировой войны в октябре 1914 года Феодосия вновь пострадала от бомб и снарядов. В куполе Александра Невского собора три снаряда пробили дыру, но сам храм остался цел. Погиб он в советское время. В апреле 1922 года из храма вывезли более 2 пудов золотых и серебряных предметов, рис, крестов, лампад и другой церковной утвари. Сняли богато украшенную ризу из чудотворной иконы. В 1932 году собор закрыли, а спустя год снесли. До сих пор неизвестно, где находится икона знамения Пресвятой Богородицы, покровительницы Феодосии. Вот такая замечательная мемориальная доска памятная, установлена в память этого храма, в память иконы. Внутри святые богослужители-мученики, а снаружи история, исторические факты. Так они почли память этой церкви. А как вот сказано, икону даже так и неизвестно, куда вывезли и где она сейчас находится. Сейчас пойдем дальше, я походу, если будет что-то интересное, еще поснимаю. Вот прохожу сам порт. Возле порта установлен памятник Довженко Александру Романовичу. Это народный врач СССР. Сейчас покажу. На этом здании установлена мемориальная доска в честь памяти Довженко. В этом доме с мая 1961 года по май 1985 года работал
заслуженный врач Украины, народный врач СССР Довженко Александр Романович. Рядом с этим зданием поэтому и установили памятник. На другой стороне, где был установлен памятник Довженко, установлен памятник кораблю Потёмкину и его матросам. Этот памятник был установлен в честь этого корабля. Надпись тут трудно читается, потому что сильно замазана черной краской. Но попробую прочитать. 22 июня. 5 июля 1905 года на феодосийском рейде стоял восставший против царского самодержавия броненосец Потёмкин. В честь этого броненосца здесь установлены или вот такой замечательный памятник. За ним ухаживают, следят. Я так понимаю, каждый год подкрашивают. Феодосии чтят историю, то, что было раньше. По улице Горького еще располагается такой же замечательный сквер. Сквер десантников. Вон вдалеке уже виднеются памятники, стелы, установленные в память погибшим матросам, летчикам, которые участвовали в высадке феодосийского десанта и в освобождении Феодосии от немецких захватчиков. Как я и говорила ранее, у нас по Феодосии очень много разных памятников, стел, памятных досок, мемориальных досок, в память нашей истории и нашим предкам. Вот такой замечательный парк есть. Люди, как и приезжие, так и отдыхающие, могут пройтись, прогуляться в тени деревьев и прикоснуться к истории Феодосии. Как я и говорила, в
парке установлены памятники в память участвовавшим в высадке десанта. Вот такие замечательные стелы, скульптуры в виде бюстов расположились в тени деревьев, чтобы мы могли, проходя мимо, вспомнить о том, что они нас защитили и освобождали от захватчиков. Кожухар Иван Акимович, участник феодосийского десанта. Старшинов Николай Васильевич, герой Советского Союза, почетный гражданин города Феодосии. Амед Хан Султан, летчик-истребитель. Также участвовал в боевых действиях и высадке десанта. Бомбардировал вражеские войска и корабли. Челноков Николай Васильевич, летчик-штурмовик. Котов Сергей Николаевич, командир дивизиона торпедных катеров. А мы куда идем? Да, Карлсовскую, там переодевшись в Гарри Поттера. Петров Иван Антонович, участник феодосийского десанта. Это как мемориальная стела, доска, куда можно приносить, местные приносят венки, цветы, чтят память. Также здесь установлен вот такой памятник стела. На ней надпись получается «Витязем морских рубежей, 1906 год, 2006 год». Вот такая памятная доска установлена на этой стеле с 1956 года до 1996 года. В городе Феодосия базировалась
Севастопольское краснознаменное соединение подводных лодок Черноморского флота. Вот такой памятник установлен. Дальше Ергомышев Лев Андреевич, герой Синопа и Крымской войны. Микрюков Виктор Матвеевич, герой Синопа и Крымской войны. Габрусев Алексей Константинович, полковник. Петросян Александр Васильевич, летчик-торпедоносец. Басистый Николай Ефремович, командир феодосийского десанта. Вот такая замечательная аллея в парке Горького в память крымскому десанту, летчикам-испытателям и морякам, которые участвовали высадки феодосийского десанта и обороне Феодосии, освобождение от немецких захватчиков. Парк на улице Горького расположен как бы с двух сторон. На одной части расположены памятники десантникам, участвовавшим в десанте, а на другой стороне в этом парке установлен памятник Вите Коробкову. Памятник Вите Коробкову установили, потому что он участвовал в боевых действиях и помогал в партизанском движении в городе Феодосии. Вите Коробков родился 4 марта 1929 года, а умер 9 марта, его расстреляли в 1944 году. Ему тут на тот момент исполнилось только 15 лет. Витя Коробков родился и вырос в городе Феодосии, был отличником, заслуживал, даже дважды бывал в Артеке, путевки ему давали. Когда началась война, он вместе со своим отцом Михаилом ушел в партизанское движение. Именно Витя на тот момент осуществлял связь между штабом партизанов Феодосии и партизанскими отрядами, которые базировались в Старокрымском лесу. Также он участвовал в издании печати
разных листовок. Также он их распространял по городу. В марте, они, даже не в марте, 16 февраля, они, последнее задание было у них вместе с отцом. Они пришли в Феодосию со Старого Крыма и должны были выполнить здесь свою миссию. Но немцы их разоблачили и арестовали. Отца пытали и пытали также и Витю. Отца убили немного раньше, а Витю Коробкова расстреляли 9 марта в Феодосии. В память Вите также в Кровеческом музее установлена памятная доска. Вот такой замечательный герой жил в наше время. Отважный мальчик, который не пожалел своей жизни, чтобы помочь своему отцу, людям, крымским партизанам. Вот такие синие ели растут. Раскинули свои лапы. Тут будет даже в самую жару тень. Можно прийти в этом шатре, скрыться от жары и отдохнуть в прохладе. Просто громадные ели, которые выросли и своими ветками, лапами создали такую живую беседку. Люди, смотрю, уже поприезжали, ходят как и местные, так и отдыхающие. Сейчас солнышка нету, нашли тучки, прохладненько, не жарко. Люди начинают выходить гулять сами с детками. Иду дальше по улице Горького. С одной стороны установлен памятник Мазухину. Здесь ребята занимаются постоянно на скейтах, самокатах, смотрю, в этот раз пошла больше моды, чем на скейтах. Они тут собираются каждый день и проводят свои тренировки. А на этой стороне установлен памятник фонтану Айвазовского. Раньше он был действующий, там можно подойти, набрать воды и попить. Сейчас он, конечно, не действующий, воды в нем нету. Нет, мы отреставрируем нашу дачу, а потом мы уезжаем за границу за Впереди находится кинотеатр «Крым», один из старых кинотеатров нашего города. По всей улице, по всей аллее расположены вот такие газончики с цветами. Установили уже детский аттракцион «Тарзанку», где дети могут прийти поразвлекаться. В парке сейчас идет реконструкция парка возле Вечного Огня. Там будут ложить новую плитку и все будут оборудовать заново. Сейчас там вот такой разгром, но уже скоро оно все облагородится, и мы придем потом посмотрим.
Вдалеке в деревьях виднеется башня Константина. Это одна из башен, которая была в охране древней Кафы. Она одна из угловых. Вот здесь в средние века город уже заканчивался. Дальше города не было. Город располагался отсюда в основном и до Карантина. Здесь находилась внешняя часть крепости. Она разрушилась, от нее осталась только вот башня Константина. Ее пытаются реставрировать. Потом приду, поснимаем и посмотрим историю этой башни. Также возле кинотеатра находятся вот такие замечательные аттракционы в виде машинок. Машинок здесь всевозможных очень много. Дети могут прийти на любой вкус, выбрать, на какой они хотят покататься, поразвлекаться. Также здесь находится паровозик для самых маленьких деток, где они могут покататься. Я кое-как уклонялся. Думала, они залезли. Конечно, город уже преобразился после зимы. Пооткрывались палатки, повыставляли разные точки с всевозможными летними товарами. Также эта беседка, как большой аквариум, где дети магнитными удочками могут прийти и порыбачить. Еще месяц назад, когда я тут гуляла, вот эта улица была полностью пустая, там 1-2 человека, а сейчас вот смотришь, людей уже прибавилось. Отдыхающие поехали в Крым. Феодосия – это тихий, уютный городок, где можно отдохнуть вместе с семьей и провести хорошо время. Это наша музыкальная школа. Вот такое замечательное пианино установили перед музыкальной школой. Или между завтраком и обедом. Как и говорила, всевозможные палатки с товарами морскими, с водными пистолетами, с очками, с детскими товарами. Также здесь можно купить мороженое, всевозможные напитки. На этой стороне уже находится парк Пушкина. В сам город я не пойду, потому что у меня сегодня планы были другие, я просто чисто случайно иду и снимаю.
вот еще вот такой один замечательный парк, парк Пушкина. С одной стороны здесь забор из роз, из белых роз. Просто обалденный вид. Запах стоит от них даже на расстоянии. Вот такие деревья, ели. Синяя ель, голубая, то есть ель. Кафе пооткрывались. В тени сосен стоят скамеечки, где можно укрыться от жары и даже от мелкого дождя. А это вот и есть памятник Александру Пушкину. Сюда все приходят и трут на удачу его туфель. Видно, что туфель уже натерли, что даже верхнее черное напыление они стерли. Оно стало бронзовым. Потрем и мы на удачу. Розочки украшают памятник. Вот такие замечательные клумбы по всему парку. Это, наверное, я даже не знаю, что это за дерево, но оно такое громадное. Оно создало просто громадный шатер, где располагаются скамейки, и люди отдыхают. По всему парку расположены разные кафе. Это кафе «Мандарин». Очень нравится, когда по всему городу много всяких разных парков, скверов, где много деревьев. Деревья очищают воздух, делают его более свежим. В парке также расположен вот такой детский городок с деревянными домиками, с настольным хоккеем, аэрохоккей, машинки, паровозики, также рыбалка для детей и тир, где можно пойти и пострелять, проверить свою меткость. Рядом даже расположены турники с брусьями, где детки могут пойти позаниматься. И вот такие замечательные баннеры. Я люблю Феодосию. Вышла на улицу Земскую. Это наша центральная улица в центре города. Здесь расположены магазины, всякие разные кафе. Также здесь находится исполком. Она так и считается, исполкомовская аллея. Банки, аптеки.
Все расположено в одном месте. Вот такие замечательные клумбы в центре дороги разделяют дорожную полосу, место дорожного знака на исполкомовской дороге. Вот такие замечательные газончики женщина делает у себя около магазина. Она в этом магазине работает и сама создает эти клумбы. У нее получается так, что одни цветы заменяют другими. И так до самой осени они будут все по очереди цвести. Здесь розы, кактусы. И вот эти желтые цветочки, я даже не знаю, что это такое, но оно очень красиво выглядит. Еще, посмотрите, у нее выросла декоративная земляника. Это земляника, но она вот в такую пупырышку. Я даже не знаю, что это за сорт земляники, но ее здесь много. И выглядит она обалденно, просто супер. Я же говорю, что эта женщина просто сама создает себе настроение, даже на своем на рабочем месте. Вообще супер. Я не знаю, съедобная она или нет, но она выглядит необычно. Я такую землянику первый раз увижу. И вот такие кактусы расположились под розой. Начинает идти дождик. Сейчас он у меня отсюда вымоет. Но я еще хочу снять клумбу с другой стороны. А с другой стороны тоже есть вот эта же земляника, которая какая-то новая. Выросло очень-очень много вот таких цветов. На дожде, под дождем телефон резкость пока настроит. Но сейчас вроде настроил. До этого здесь цвели белые цветы, просто поле, как я и говорила. Они отцвели и начали вылазить вот такие цветочки. Это тоже как бы гибрид, я так понимаю. Листья этих цветочков похожи на сон траву, а сами цветы похожи на зверобой. Это у нее по всему газону так. И выросла вот такая высокая трава, цветы. Похожи на пижму, не знаю. Но они такими шапочками выглядят, они суперски. К
когда они распустятся полностью, это они только начинают, это будет на зеленом ковре желтое поле цветочков. Вот такое счастье она создает у себя под магазином.